Ноябрьская малышня примет участие в забеге 21 февраля в спорткомплексе «Зенит». По инициативе депутата законодательного собрания Геннадия Любина пройдет спортивный фестиваль среди воспитанников детских садов. Изюминкой программы обещает стать конкурс веселых ползуночков. Его участниками будут малыши в возрасте от 6 месяцев до года. Им предстоит преодолеть 5-метровую дистанцию. Добавлю, принять участие в конкурсе могут все желающие. Заявки принимают до 8 февраля по телефону 34 53 06.